Намерением Азербайджана является освобождение армянских жителей Карабаха от режима хунты и марионеточного режима, заложниками которого они являются. Об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Он отметил, что цель Азербайджана – разоружение военной инфраструктуры, а также роспуск незаконной политической системы, которая была создана на территориях Азербайджана. Это даст больше шансов на мирную реинтеграцию армян Карабаха в политическую, экономическую и социальную жизнь Азербайджана, подчеркнул помощник президента. Хикмет Гаджиев сказал, что несмотря на трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные силы продолжают оставаться на суверенных территориях нашей страны. Азербайджан приглашал представителей карабахских армян в Баку и другие регионы, чтобы провести прямой диалог, но они продолжают сохранять статус серой зоны, что представляет прямой вызов безопасности Азербайджана, заявил Гаджиев. Он также отметил, что армянскими вооруженными формированиями заложено миллионы мин на территории Азербайджана и продолжают осуществляться провокации против мирного населения. В результате одной из них погибли 6 человек, в том числе мирные жители и полицейские. В этой связи Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера, чтобы нейтрализовать незаконные военные структуры в Карабахском регионе. По словам Хикмета Гаджиева, существует также вопрос обеспечения безопасности азербайджанского населения. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения, подчеркнул помощник президента, отметив, что террористы используют мирных жителей Карабаха в качестве щита, намеренно устанавливают военные объекты рядом с гражданскими. Поэтому мы призвали гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирование вооруженных сил Армении, добавил Хикмет Гаджиев.